Вот вам и доброй ночи. Сколько времени? 2:07. 2:07. Блин, а громко. Ну вот все. Вырубили свет. Ой, «Доброй ночи» называется. Блин, то оно так громко. Ребята, было у нас «Добрая ночь», а теперь «Доброе утро». Короче, у нас тут сейчас ее не слышно, но по факту в городе идет сирена. Просто почему-то у нас не включилось тут. Обед. Да, полночи, теперь обед. А мы собираемся на день рождения. Тёма сегодня учился, занимался по этим самым, по телефону, по-моему. И толку, начали учиться, и сирена началась. Не. У них оставалось 15 минут до конца урока. Ну, все равно они доучились еще. Ну, да. Короче, как-то вот так вот. Ладно, мы собираемся, сейчас будем идти на день рождения. Ты, папа, поправь. Вот. А я тебе попросила. А я папу попросила. Ты, блин, раздявка. Давайте, обувайтесь. Это скольди камера. Действительно. Все, я его дома оставляю. Так, мой телефон аккуратно. О, все. Обуваемся и выходим, и пошли. Вот это тепло. Вот это ярко, я не могу на курточку на свою смотреть. Ага, глаза дай, так аж. Посмотри на курточку. Ага, да-да-да, глаза больно. А на улице прям вообще прикольно. Сюда даже люди, вон с колясками сегодня, я видел, с окна гуляли. Какая на коляска женщина? На улице сирена, а все гуляют. Она еще есть, но там только, ну, дальше там. Ай, короче, быстрее бы потеплело. Она хотя бы уже, знаете, воспринимать саму сирену было бы как-то попроще, потому что можно было бы уже открыть окно, и не было бы так холодно дома. И ты бы все время слышал. Да. А так вот, знаете, хорошо, что мы как бы поздновато ложимся спать, и я все время слышу эту сирену. Да. А то ночью вообще так громко было, прям вообще. Такое вот ощущение, что под окнами. Угу. Вот бы лето я бы сразу замернула. Гуля. В дискотеку, нет. Ча-ча-ча. Тёма, слышал, что говорит? Говорит, вот бы было лето, я сейчас бы сразу занырнул в голубое озеро. Ну, занырнем. Куда мы денемся? О, кто-то номера поснимал даже. Ну, наверное, так надо. Ну, конечно. Не, на улице классно, да? Прям сейчас солнышко, прекрасно. Вот это весна. Угу. Конечно, там пускай номеров так и дальше продолжается. Я нашел, где Таня будет жить здесь сегодня, если будет плохо себя вести. Ну, смотри, прикольно. Тут есть еще для всех троих места хватит. Так прикольно, да? Для собачек. Котики, собачки там. Да. Двухэтажный, вилла. Ну, да. Вот тебе, кстати, пример, чем можно заняться дома. Да-да-да. Поднимайтесь, поднимайтесь. Смотри, как тут красиво подъездят. Ага. Красота. Я хотела тоже дома такие штуки поделать. Поставь подъезд. Что, письмо пришло? Наконец-то. Так, что? До скольки сегодня до работает? 4. До 4. А отлично. Около 2. Да, да, так, просто идеально. Угу. Так что кушаем и круто, еще и за письмом пойдем. Ну, да. И. Сладкие. Я все. Вот хватит. Нет. Вот туда. Кто сказал? Больше не насыпай. У Тёмы больше всего. Кто сказал? Да, у Тёмы оно это...
А пельмени. А мясное никто не ест. О! Селедку не едят, ушки не едят, вот морковка вкусная, кстати. Я ем. Я не хочу. И я ем. Все, на день рождения побыли, подарок подарили, подарком довольны, мы наеденные. Теперь иди за письмом. Да. Ага. Ты наелся? Просто они до 4. Ой. Что? Почти половина. Ну, нормально, тут 2 метра пройтись. Все равно. Не люблю делать все впритык. Малышня только что шли, что-то кинули этот самый. О, фамилия Ладкин. Привет, привет. Кричат сзади. Идем, Сема, сюда. Этот самый, так слышишь, они шли. Видел, что они кинули? Все. Какой-то то ли болт, то ли еще что-то. Да привет, привет, уже помахали вам. Все, пошли уже. Этот самый, то ли болт, то ли что. 2 метра не долетел до машины, где стояли 2 мужчины. А, да? Да. И они такие, малышня, сразу оп, и вот так идти. Мы ни при чем, да? Да, да, да. Ну, все нормально отреагировали. Ты сама забежишь? Да. Кстати, мы постоим на свежем воздушке. Бегите. Ну. Письмецо. Наконец-то. Так, куда ты его там мнешь сразу? Пойдемся. Все, крутенько, пойдем прогуляемся и домой. Погнали. Вышли с магазина, что-то вот они это... Рюкзачок пополнил. Стал более квадратный, не закругленный, да? И он чуть-чуть это, наелся. Да там пока были просто провода, мы взяли там парочку проводов, Тёме, конечно же, сюда игрушку. Покажем сейчас дома, ой, что там поправь взяли. Ой, мне. А, сейчас. Это мне, это лично мое, мой антистресс. Прикольный такой, слушай. Я там пожмякаешь. Лапка. Детинка. Ой, пока мы только что гуляли, кого мы только не встретили. Это прикольно. Ой. Смотри, сколько их. Зая, ну зачем ты пошла? Они так чирикали красиво, ты целая испугала. Нисколько. Прикольно. Да хватит ты со своей лапкой уже. Идем домой. Открывай двери, щеки у меня замерзли. Странно, что у вас тихо. Ой. Я говорю, странно, что у вас тихо. Я не заметил. А что это странно? Все нормально. Только что сидели, кипишовали. Смотрите, что у тебя в комнате творится. Та-т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 а
хорошо. Дурдом. Ну, рубай камеру, иди в руки мои, быстро. А, еще и бьется. Тема, мсти. Я тебя сейчас окуну. Чайник став. Не, не хочу, кстати, не, я передумал. А, пятка моя была. Наелся. Вруби свет. Зачем? Так, надо. Забери письмо. Не, вот так. Ладно, можно. Пока день светло, можно. На. Что есть у меня в волшебном рюкзачке? Какое прекрасное письмо. Маги, маги, маги. Вот туда. Мочалка. У нас есть мочалка. Мочалка. Новая. Нормально? Немного, нет? Да, один у меня провод. Три провода. Два микро-USB и один Type-C-шный. Да, один Type-C, два микро-USB. Да. Во-первых, они ничего такие, более-менее качественные. Вон один черный уже там есть, и у Тани один нет. А у нас 6 штук, 5? Беленький. Ну ладно, пойдет. Подставка. Да, Таня сегодня поучилась чуть-чуть с Тёмиком и поняла, что нам нужна хорошая подставка. Подставка для... на телефоне. Она хорошая. Такая прям... Я только что сейчас научился на телефоне. Угу, всё. учился, да. Там были все мои одноклассники. Были одноклассники? Ну, это Тёмику. Тортик. Неплохо так все сумочки достается почти, да? Тапочки. И антистресс Тёмин. Я хочу сразу. Ну, это не Тёмин. Ну, ладно. Я, например, всегда хотела пожмякать именно вот этот, который он внутри с крахмалом или с чем он там. Тёмочка, только ты же понимаешь, что этот не надо ни рвать, ничего с ним делать. Если порвёшь, Тёма, уже второй не купим. Нет, потом в квартире хана будет. Видите, как она? Раз. Подождите. Мука будет по всей квартире. Откуда вы знаете, что это мука? Мы знаем. Не мука, а крахмал там или что. Ну, короче, там смесь всякая. Бульдога с носорогом. Все, больше у меня ничего нет. Они что, просто? Вот это и все.
это и все. 1, 2, 3, 4. А что, ты хотела еще что-то? Хватит. Что-то припрятала, наверное, не хочет вам показывать. Да нет, вроде все. Больше у меня тут... Ой, что? А, вот это вот. Вот, видишь? 2 лака ты покупала. Один. Один? Один, я не брала так. Понял. Мама, смотри. Твою лапку уже прилепили туда. Зелененький, прикольный. Мама. А? Это моя лапка, отвянь. Покажи себе на камеру. Классная, да? Я сделал кубик. Такая классная тоже. На, кожа мягкая. Расслабься. Пальцы стрессуй себя. А насколько он прыгучий? Кто вам еще такое покажет? Мы решили Сереже навести порядок у Тёмы в столе. Вы представляете, у 7-летнего ребенка что творится в столе? Да, а я строю кидаю. Титаник уже он устроил. Тёма строит Титаник. Сережа сейчас там за это самое подтягивает все шурупчики или что оно там такое. Это капец. Все болтики эти. Потому что это капец, сборщики, блин. Да? Вот мебельщики вот это собирали, да. Ну, это такое, типа бюджетного варианта. Сделали они. Да. Ладно. Вот это вот сейчас все разгребаем. Сережа меня сейчас тут подтянет, я все разгребаю. Угу. Надеюсь, ты разгребаешь. Да разгребу, уже разгребала, еще раз разгреб. Это, так какая разница, они одинаковые все. Снизу или нет? По-моему, это... Да, это нижний у тебя сейчас в руках. Пока, между прочим, добрались до компа, надо его... Да надо. Чуть-чуть то, почистить. Что-то... Не, смотрите, он не сильно, но смотри, надо. Ну, все равно, смотри, не сильно, но ближе. Но надо. Дальше, вроде, говоришь, не сильно, а... Ну, конечно, есть зай. Пылюка достаточно. А пылючка для компьютера – это вредно. Очень вредно. Еще надо довести Тёмино кресло до ума. На это я тебе даю ножик. Ну и чё, смотрите. Когда было сидеть на кресле, чтобы раскрутились болты. Вот с 2 кресел такого ни разу не было. Ну? Ой, Тёма. Так. Ага, чё, темно. Это надо вот это вытянуть, ничего, да? Не видно. Там ведь надо же что-то сделать так-то аккуратно, чтобы же... Было все красивенько, правильно? Без царапина. Согласна. Чего у нас там? А что тебе надо? Да надо. Что? Что-то надо. А если, может, получится без верхней? Как ты думаешь? А может, ты мне скажешь просто, что тебе надо принести? То же самое. Вообще, у нас должен быть ключ. Если что. Не помнишь, Дёня? Абсолютно. Опа. И нашли шестигранники, и все хорошо. Mm-hmm. И что тут телепается? Ой. Ну, эти? А куда ты убежала? Эти? Да капец. Тёма, блин. Да что, извини. Это называется ребенок. А этот ключ не подойдет? Большой. Ихние именно хорошие ложат. Только где они, непонятно. Ну, нормальный этот. Не, хорошо он там все это. О, ого. Видишь? Но тот лучше их не. Ну. Да что ж, о. Как оно так произошло? Никто не скажет, Артём. Зайчик, не поворачивай, пожалуйста, стул мне. Так мне ж ничего не видно. Так обойди сюда, что ты там? А главное, чтобы на камеру было все видно, а не тебе. Понял, да. О, я так и понял. Здрасте. А ну, что у нас? Это все надо всё, типа смотри, подтягивать? Смотри. Капец. А ну. Видишь, насколько? Ага. Хорошо. Тёма прыгал на нем. Что там еще надо? О! Но эта сторона вообще никак не болтается. Так, 1, 2, 3, 4. Да, 4 штуки. Неси, чем вытереть. Хм-хм. Зая, игрушки постирались. Пёсель такой. Эй, пёсель. О, такой чистый. Птички Тёмины постирались чистые. Домовёнок Кузя. Какой-то он
лохматый сильно. Помните, мы когда на днях? Вчера, позавчера, получается, по-моему, покупали эти сухарики. Короче, на днях. Так их, вот их уже нету. Все. Да, Зая, стоптали сухари? Нет. Что они ми? Ми да ми. Поэтому у меня есть кусочек хлеба, который уже желательно превратить в сухарики. И будем сейчас делать домашние сухари. Я думаю, получится точно так же все. Главное, не сильно толсто резать. Будешь мои сухари кушать? Будет, когда он денется. Относительно я их порезала не толсто и не тонко. И теперь надо... Ну, так иди контролируй. Иди контролируй. Давай, давай. О, ты мне принес, как их делать? Какими размерами? О, ну смотри. Как раз примерно то же самое. Главное, чтобы вкус был такой же. Я могу даже чуть-чуть присолить. Сюда. Ну, надо ничего солить. Хорошо. Ну, попробуй, они же не соленые, они же не, ну, они прикольные. Отлично. А вот это что за зверинец? Они сушатся. Они постираны были, да? Да. Отлично, видишь, ничего с ними не случилось. Ну, супер. Ну, давай делай, потому что время идет. Контроль качества, стоишь над душой и смотришь, понял? Димка нервничает, что видео нет. А ну, контроль качества. А, это ты типа так нарезала же? Да. Ага. Вот это вот, кстати, да, хлебушек хороший. Реально. Ну, я так посмотрела, по идее, должны подходить. Куда ты посмотрела? Ну, на этот хлеб и на тот. Я его даже попробовала. Вот такой масенький кусочек за все время. Кто разрешал? Так я вообще масенький-масенький. Видишь, что я делаю? Угу. Порезала тоненько, разрезаю на две части. Да, вижу. Чё ты моих породистых снимаешь? А? И вот так. И на 10 секунд в печь. Ну, не знаю, как обойдется 10 секунд, их помешивать надо. Мне их придется постоянно открывать и постоянно это... Куи-куи-куи-куи. А, оно уже греется здесь? Конечно. А оно все может сделать? Нет. А что? Потому что не стоит. А то на маленьком должно, да, быть? Тебе подсушивать? Ну, как тебе сказать? Ага, должно и подгореть чуть-чуть. Ну, только чуть-чуть. Вот как... И тут вот есть некоторые, видишь, они только краешки. Они сейчас нагреются на вот таком... А, да, подставочка. Крутая. Кстати, я уже придумала, сюда можно пауэрбанк положить спокойно. Только помягче кругом тут сделать. А ну, мяу. Да двигайся ты давай. Ой, она даже не запищала. Давай. Посмотрим, что нам ты учудишь. Я же говорю, сейчас оно чуть-чуть нагреется. Ну, эти мне понравились. Потом я сделаю тише, они будут подрумяниваться, а под конец чуть-чуть больше ну, сделаю. Ну, давай, стой, жди. Я работала в пиццерии. Я делала там сухари. Ну, не знаю, там пицца лежит, и ты до сих пор не предложила нам ее. Салаты есть. Так давай, я хочу кушать, я голодный. Я сегодня кушал последний раз в 3. Подожди, ты мне 10 минут назад что говорил? Видите, без 10 9, а я ел в 3. Поэтому, ты как вы думаете, что я такой толстый? Потому что кормят так. Что ты не хочешь кушать вообще ничего? Еще вот видите, жир отбивают лишний постоянно. Да ну отстань от моей ноги. О, смотрите, видите, какая растяжка. Отвал. Вот это реально растяжка. Отвали, ты мне сейчас ноги, блин, поломаешь. Ну, зай. Тренируем твои мышцы. И так ем один раз в день, а ты еще меня и бьешь. А то там напишут опять. То придется камеру выключать и воспитывать. А ну, разберемся? Давай уже делай. Поговорим. Еду мне давай. Давай поговорим. Бум. И кино давай хоть какое-то посмотрим за 3 недели. Одно посмотрели. Да тоже, за 3 дня. За 2-3 раза. Угу. За 3 раза, да. А какое кино будем смотреть? Какое кино? Не знаю. Я пошла искать. А, ага. Не пошла. Я тут привязана теперь. Как у меня тут горячо. Это должно подсохнуть еще, получается, или нет? Ну что? Ну, вроде вкусно. Значит, вроде вкусно. Пробуй.
Наверное, все или минутку. Хм. Такие же. Прикольно. Такие же, да? Угу. Блин, ну не знаю. Может, поставь на минутку, пожалуйста, только. Главное не перестараться. Как есть, так и есть, на минутку. Чуешь, оно? Ча. Прикольно. Они такие же получились. Только там полбуханки хлеба, да? Меньше. Меньше? Меньше. И за сколько они уйдут? За час? Да. Полтора? Полчаса? Ну так, а прикольно. Вот это, если бы ты еще раньше так говорил, надо почаще так делать, чтобы это, ну... Не переводить-то хлеб. Если он есть, вот, пожалуйста. А прикольно, слушай. Вкусный, да, согласен. Намного вкусненько. Можно так и панировочный сухарь сделать себе. Нет, ничего не надо делать. Если салатик. Мы будем кушать или не будем? Да, конечно, 9 часов, конечно, будем. Несу. Несы. Доставай, доставай. Что такое? Просто... Тебе хватит? Хлебушком, да. Не хватит. А что? А может, надо сделать вот так? Ну, на всю не надо, зай. Ну, ночь, темновато уже там. А может, надо еще вот это открыть? Письмо? На что, сейчас? А, ладно. Не, ну надо, его сегодня будем вписывать его. Я вижу цифры. Вижу, я там видно цифры, да? Ну, ладно. Так, вот что такое тебе письмо? Еще надо? Поближе, поближе, поближе. А? Все увидели, да? Google AdSense. Это на новенький канал. Ну, супер. Так, что тебе, хлеба или сухарей? Хлебушек, вилочки. Садись, падай, присаживайся. Не знаю, как сказать. Ты чё? Я упала. Я приняла решение такое. А потом ремонтирую после вашего кресла. Ой, моё-то, кстати, ни разу не ремонтировал, не подтягивал. Да я так знаю. Ты можешь прыгать на нём каждый день. Всё, всех обожаем, всех вы лучшие. Спасибо сейчас, за поддержку. Сейчас ещё знаешь, что надо сделать? Что? Написать нашему знакомому, который будет ехать в город к нашим родственникам, узнать, что туда можно передать. Да, та тут можно сказать, в принципе, вахтырку. Да. К родственникам вахтырку к нам. Я думаю, многие, прям многие знают, что и мы туда ездим, и за них слышали, и так далее, и тому подобное. Там сейчас, ну, очень печально. И поэтому наш знакомый, кстати, потом, ладно, как потом скажем, это будет или должен ехать туда, не знаю, только что помощи был СОС. Сейчас будем писать, узнавать, что к чему. Если что, будем помогать и туда отправлять тоже. Да. Или позвоним в вахтырку и спросим, если все нормально, они ничем не нуждаются, то ладно, окей. Если нуждаются, как раз отправим. Ну да. Короче, все, ребята, на этом все. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте за колокольчик. Все наши ссылочки... Да. Все наши ссылочки на наши соцсети вы можете найти в описании под видео. Хоть бы кто-то заметил в комментариях, что Тёма так говорит. Нет, там же писал кто-то. Что, Тёма именно говорит? Да. Да? Ну, да. Я не видел. Ну, может, кто-то один только. Тёма так старается. Всё, ребята, всем спасибо за просмотр и всем пока. Чтобы у нас эта ночь была спокойная, а не как две предыдущих. Давай кушать. Я понял, пока что мне до 2 часа ночи спать не надо, и в 2 часа заново. Будешь будить всех опять. О, да. Жуй! Набирайся сил, чтобы до ночи не спать.